Полную версию турнира смотрите в эфире национального телевидения 7 июля в 19 часов. И еще о спорте. В столице в очередной раз прошел праздник бега, организованный заводом ЧАС и администрацией Ленинского района. У этого торжества свои рекорды. До 800 участников массового пробега и до 1500 человек на всем празднике. Маршрут пролегал от второй площадки в районе Привокзальной и до первой на Карла Маркса. О празднике бега и его участниках моя коллега Ольга Григорьева. Под бодрящую музыку участники забега выстраиваются на второй площадке Чебоксарского электроаппаратного завода. В шеренге любители бега со всего Ленинского района столицы. Лозунг массового пробега «Мы вместе» объединяет заводчан, работников детских садов и других организаций района до 800 человек. У нас здесь конструктора бегут, представители от цеха есть. Настроение хорошее. Мы рассчитываем только на победу, потому что мы в спорте постоянно и думаем надолго. Перед стартом одни разминают голеностоп, впереди дистанция в почти 3 километра, другие слушают рекомендации по пробегу и определяются с тактикой, а кто-то даже распределяет призовые места. Вот он первый, он второй, я третий. По утрам делаем зарядку. Занимаемся, да, он кашу ест, а мы ОФП занимаемся. Ровно бежать, беречь силы, где-нибудь в авангарде, кучкой, как наши олимпийцы бежат, видели? Для старейшины забега Александра Захарова, как, впрочем, и для его друга, важнее не вырываться вперед, но и не плестись в хвосте, быть в середине. Здоровый образ жизни позволяет 78-летнему Александру Захарову заряжать окружающих позитивом и искрить юмором. Он участник всех трех массовых забегов ЧАЗа. Я хочу продолжить до 75-летия завода. Сколько вам тогда будет лет? Ой, немножко. Мне будет 81, наверное. Последнее приготовление и, наконец, на старт. Нетерпеливые берут фальстарт. Но уже через несколько метров у сквера Чапаева появляются первые сошедшие с дистанции. Почти с самого начала в группе бегунов появляются лидеры, догоняющие их и отстающие. Колонна растянулась, и пробег вышел совсем на другой уровень зрелищности. Уже на финише все переводили дух и делились эмоциями. Главное, говорили не столько участие, сколько еще одна победа над собой. Ощущения очень отличные, нам даже призы достались. Да, вот. Победителей наградили главными призами, остальных – поощрительными. За первое место – велосипед. Самым быстрым мужчиной в массовом забеге стал студент физмата педуниверситета Сергей Петров. Победа далась непросто, но для того, чтобы прийти к финишу первым, было все. Характер, также закалка уже, тренировки постоянные, ну и настрой, и поддержка, конечно, болельщиков. Массовый пробег на финише превратился в настоящее шоу. Портреты на память от студентов художественного училища, концерт, розыгрыш призов и шоу мыльных пузырей. Все это на одной площадке, все благодаря социальному проекту «Мы вместе» Чебоксарского электроаппаратного завода. Это важно, показать, что есть у нас в России и в Чувашии люди труда, что они заботятся о своем здоровье, что мы как завод пропагандируем здоровый образ жизни. Ну вот, наверное, это самое важное. Праздник бега финишировал, но участники пробега уже в ожидании следующего. Ольга Григорьева, Александр Петров, Республика.